Добрий вечір, друзі. Вітаю вас на YouTube-каналі 24-го. Мене звати Дар'я Кудімова. Слава Україні, слава нашим героям і смерть нашим ворогам. Рада сьогодні представити вам нашого гостя, пана Романа Світана, військового експерта, полковника запасу, льотчика-інструктора. Пане Романе, добрий вечір, рада бачити. Добрий вечір. Ну, давайте, власне, знаєте, я хотіла, у нас багато тем цікавих для обговорення. Друзі, активніше, будь ласка, долучайтеся. Не забувайте, що нам важливо за алгоритмами YouTube, на жаль, лайки, коментарі, тому що український сегмент, на жаль, з певних об'єктивних причин трошки менший, та в YouTube. Тому нам дуже важливо піднімати наші публікації якомога вище. Дякую вам, пане Романе, вас дивляться дуже багато глядачів з різних країн, через російську мову, тому числі, зокрема, багато мені дорікають, що я ставлю питання українською, але я кажу про те, що ми з вами розуміємо українську мову, і думаю, що мої питання теж будуть зрозумілі. Дякую вам за те, що озвучуєте важливу інформацію. Ви знаєте, хотіла би почати сьогодні ось із чого. Сьогодні були обстріли артилерії, мінометів Чернігівщини, Сумщини. Сьогодні на Сумщині хлопчик-підліток загинув через те, що потрапили в лікарню. В Херсоні літня жінка загинула просто у своїй квартирі. Я, знаєте, просто що намагаюся зрозуміти. Ну, ясно, що обстріли цинічні для росіян, вони завжди були, але має ж бути якась військова мета. От вони просто стріляють по Чернігівщині або по Сумщині, просто по прикордонних селах. Немає там ніяких військових об'єктів, тобто вони навіть обстрілюють не там, де стоять прикордонники. Це для чого? От, ну, вони ж витрачають снаряди, вибачте за цинізм. А яку військову мету переслідують? Чи є взагалі військові цілі в таких обстрілах? Да, есть. Это беспокоящий огонь, так называемый, для того, чтобы подтянуть в свою сторону определенные воинские подразделения. Mm-hmm. То есть каждая батарея, которая подойдет для контрбатарейной борьбы, допустим, в район Сумщины, она будет оторвана от, допустим, Бахмута. Uh-huh. И такого рода беспокоящий огонь, он может растянуть, это я образно говорю, ну, примерно, растянуть все батареи украинских войск, потому что нам придется на каждую такого рода провокацию подтягивать для контрбатарейной борьбы как минимум это артиллерию и контрбатарейные, допустим, радары. То есть это тот беспокоящий огонь, который по линии фронта на фланге растягивает наши резервы. Потому в этом есть военный смысл. Естественно, россияне этим пользуются. Мы работаем чуть по-другому, то есть на подавление такого рода точек иногда заходят просто наша спецура, наши оперативники, которые пытаются другими средствами подавить эти огневые точки. Добре, пане Роман, бачите, є якийсь безпокоюючий вогонь, ну, тим не менше. А давайте, я би хотіла, що стосується лінії фронту. Давайте почнемо з півдня, що там відбувається. Ми зробили скріншоти з Deep State, да, з мапи оперативних даних. Я буду просити свого колегу їх поступово виводити в ефір. Що відбувається зараз на південному напрямку, так званому, за звільненим Херсоном? До чого там готуються окупанти в очікуванні контрнаступу на Крим? Чи то вони обороняються, чи як вони посилюються? Розкажіть, будь ласка. Є чотири участки фронту у нас зараз. Луганський, Северний, Восточний, Донецький, Южний, можна говорити, Запорожський. І вже можна говорити о Западному, Юго-Западному, це Херсонському. Це вдоль ріки Дніпра. После того, как наши войска вышли на правый берег, высокий берег, можно хорошо вести контрбатарейную борьбу. Сразу включились наши войска в такого рода мероприятия. Начинаем выжигать левый берег. Росіяни на левому берегу укрепились. Я перепрошую, Станіславе, виведи нам, будь ласка, відео Херсонська область мапа. Якщо ти мене чуєш, щоб ми показати. Так, прошу, пане Романе, продовжуйте, будь ласка. На левом берегу россияне укрепились вдоль берега на расстоянии до 15 километров. Одна линия обороны, где-то 20-25 километров, вторая, но уже очаговая. То есть провели определенные инженерно-технические мероприятия и
уже подтянули обратно артиллерию. В некоторых местах и минометы, и арту армейскую, то есть саушки, гаубицы. И также работают по правому берегу, там, где есть определенные у них задачи. Вот задачи по работе по Херсону здесь, опять же, начиная от беспокоящего огня и заканчивая задачами по уничтожению инфраструктурных объектов самого города Херсон. Наши войска, естественно, отрабатывают контрбатарейкой эти все точки российские, но это процесс довольно-таки долгий, и выполнить его на 100% можно только после полной деоккупации левого берега. Наши войска сейчас есть, оперативно-тактические группы, которые работают на Кингбургской косе, уже есть от Кингбургской косы до Олешек. То есть на левый берег ребята наши ходят, выполняют задачи по нейтрализации тех войск, которые есть на левом берегу, которые ведут из левого берега в районе Кингбургской косы, от Олешек до Кингбургской косы, ведут огонь по правому берегу. Это в районе Чакова, Николаева практически до Херсона. В районе Новой Каховки очень хороший плацдарм может наметиться, так как наши батареи уже подошли в район Береслава, южнее Береслава. И сейчас мы работаем по Новой Каховке, это левый берег в районе Каховской гидроэлектростанции. С Новой Каховки и с Каховки россияне вывезли свои администрации, вывезли коллаборантов. И сейчас выполняют определенные действия для того, чтобы могли удержаться, по крайней мере, на этих плацдармах. Так как наши войска довольно-таки усиленно обрабатывают их артиллерией. Там есть определенные задачи при выполнении оперативно-тактических действий. Наши войска могут зайти на левый берег, то есть форсировать Днепр в районе Каховки. И если получится создать в районе Новой Каховки создать плацдарм, то, в принципе, из этого плацдарма открывается очень хорошая и короткая дорога до Армянска, до входа в Крым. Там около 70 километров, чуть больше 70 километров. Потому и само движение на Крым с Новой Каховки очень интересное развитие событий будет, если мы двинемся. И, естественно, наши сейчас батареи «Хаймерсов» стоят чуть южнее Береслава, они уже достают до Армянска. То есть те укрепрайоны, которые россияне сейчас на входе на входе в Крым начинают отрываться, мы уже начинаем доставать и их там также равнять. Вместе с ними пытаемся равнять. Потому как раз вот этот юго-западный фронт, Херсонский фронт, он сейчас уже начал двигаться и на левый берег в том числе. Угу. Ми зараз, до речі, до інших напрямків перейдемо, але якщо ми говоримо про погодні умови, якось вплинуло на інтенсивність зараз наступальних дій чи ні? Везде практически по всей линии фронта последние неделя-полторы все прекрасно видели, то есть были довольно-таки мощные проливные дожди, они размочили грунт, но из-за сухого лета вода очень быстро впитывается в грунт. То есть грунт забирает воду, верховодки практически нет, потому она сразу уходит. Как только вот пару дней сухой погоды, чуть мороз, ночью уже до минус двух, холодный ветер, сухой ветер, и очень быстро высушивает почву. То есть с одной стороны подмораживает, а с другой стороны высушивает. И сейчас день-два, ближе к выходным, начнется движение по всей линии фронта и по Запорожскому фронту, особенно. От давайте, власне, зараз про Запорізький фронт, да, бо ми ж там раніше говорили про те, що вони техніку перекидають і через Маріуполь, і через Луганщину, Донеччину. І оце остання інформація щодо Запорізької АЕС, чи то підуть, чи не підуть. Будь ласка, що там відбувається, і покажіть нам Запоріжжя на мапі, будь ласка. Запорожский фронт от Запорожья до Донецка, если смотреть, там несколько таких реперных точек есть. Орехов, это Гуляйполе и Угледар ближе к Донецку. Чуть западнее это Запорожская атомная станция. Там действительно сейчас происходят определенные действия. Россияне в некоторых случаях выводят из Запорожской атомной, выводят и тяжелую технику, и боеприпасы.
МАГАТЭ включилась довольно-таки мощно, начала давить на Росатом. Росатом в данный момент взял на себя ответственность за работу этой атомной станции, потому, а так как Росатом это довольно-таки мощная компания с большими оборотами в мире, они сейчас пытаются строить два реактора на ПАКШ-2 в Венгрии, четыре реактора АКУЮ в Турции, потому и Орбан, и Эрдоган заинтересованы в том, чтобы на Росатом не наложили санкции. Но санкции могут наложить на Росатом, причем очень жесткие санкции с полным запретом движения финансов, то есть с полным запретом по транзакциям. Поэтому, естественно, и Орбан, то есть и Венгрия, и Турция заинтересованы в том, чтобы Росатом вышел и вместе, естественно, с российскими войсками вышел из Запорожской атомной станции. Положительные моменты есть, торопиться не будем, правда, но есть положительные моменты, связанные с движением самих российских войск в районе Запорожской атомной. То есть, еще раз повторюсь, они потихоньку начинают оттуда выходить, тяжелая техника как минимум. МАГАТЭ, заявление МАГАТЭ есть о том, что готовятся к выходу. И есть заявление наших представителей, ну, уже украинского атомной индустрии. Они также заявляют о том, что идет подготовка к выходу российских войск. Ну как она, как быстро она будет проходить, это вопрос больше к МАГАТЭ и к Росатому. То есть это уже политика и геополитика включилась, ну, естественно, определенный финансовый механизм. Пока, я думаю, штурмовать мы Запорожскую атомную не будем ни в каком виде, потому посмотрим над вот этим движением россиян из Запорожской атомной. Uh-huh. На линии фронта от Запорожья до Донецка сейчас подсохло, еще раз повторюсь, уже грунт готов для того, чтобы можно было выполнять определенные наступательные действия. Российские войска в последнее время здесь укреплялись, но глубина фронта такова, что на ширине в 250 километров от Запорожья до Донецка, на глубину 100 километров, у них не хватает плотности войск. Угу. Потому есть несколько перспективных направлений, причем не прямых, допустим, с Орехова на Мелитополь, там, с Угледара на Мариуполь, а несколько перспективных направлений, допустим, с того же Гуляйполя на Пологи и дальше в сторону Азовского моря, которые выполняют задачу по полному перерезанию сухопутного коридора с России в Крым. И именно это движение уже началось. Буквально вот дни после того, как дожди закончились, началось уже движение из-под района Гуляйполя наших войск. То есть начал двигаться фронт. И мы видим в районе Полог, они также, как из-под Новой Каховки, и из Полог начинают эвакуировать госпитали, начинают эвакуировать свои администрации и тех коллаборантов, которых они привлекали для выполнения определенных действий. Причем в последнее время еще и заметно усилилось количество 500-х, так называемых, отказников. Их вплоть до того, что по всему Приазовью ловят на вертолетах. То есть специальные звеньями ходят Ми-8, Ми-24 российские и вылавливают, десятками вылавливают дезертиров. Это из частично мобилизованных. Угу. То есть, понимая, что будет в ближайшее время будет прорыв украинских войск через этот фронт, частично мобилизованные, как минимум, уже начинают потихоньку драпать. Причем направление движения довольно-таки специфическое. Идут все, уходят все в сторону Мариуполя. Я как раз хотела спросить, куди ж вони біжуть взагалі? В сторону Мариуполя, да. В Крым никто не идет. То есть общее направление и 500-х, то есть этих отказников, и направление передвижения коллаборантов и администрации, в том числе и санчасти, то есть уходят на Мариуполь. То есть уже примерно понимают, куда в основном лучше двигаться. То есть Крым уже видят как тот котел, который видим и мы. После того, как мы выйдем на Азовское побережье, естественно, вся херсонская группировка и крымская группировка попадает в оперативный котел.
та нитка, которая будет их связывать с Таманью, с российской, ее второй раз, если по ней хорошенько отработать, как первый раз отработали, то Крымский мост, он ляжет и выполнять свою функцию уже не сможет. Потому мы увидим в ближайшее время, увидим этот большой котел крымско-херсонский, но, скорее всего, все-таки они примут решение уходить хотя бы в Крым, как минимум, россияне. То есть нет смысла, им не будет военного смысла оставаться на херсонской земле, на левом берегу, так как мы начнем их обстреливать с двух сторон. Со стороны Днепра, с запада и, естественно, как после того, как выйдем на побережье, уже и с востока. То есть они под перекрестным огнем, если окажутся, очень много потеряют, потому, скорее всего, они будут уходить. Это с херсонской земли. Ну а дальше будем работать уже по Донецкому фронту, по Луганскому и по Донецкому фронту. В ближайшее время мы, кстати, услышим движение и по Луганскому фронту в том числе, так как наши войска сейчас уже готовы, уже движутся, грунт подсох, это буквально часы, дні. Друзі, покажіть нам, будь ласка, Луганську і Донецьку область. У нас там є мапа, перепрошую, пане Романе. Продовжуйте, будь ласка. Наші війська зараз підійшли вже практично вплотную к трасі Сватова-Племінная. И это движение будет только ускоряться, так как грунт подсох, особенно Донецкий довольно-таки сухой, и лето было очень сухое, воды там нет, потому очень быстро сохнет. Без дождей это уже будет хорошая подстилающая поверхность, и наша легкая бронетехника может там идти. То есть из-под Сватова к Ременной можно будет дальше двигаться в сторону Счастья. Видно, кстати, на карте очень видно, хорошо видно эти плацдармы в районе Макеевки, ближе к Сватово, также с района Купенска. То есть эти плацдармы будут расширяться, и в каком-то из точек фронта будет осуществлен прорыв, дальше выход на оперативный простор и выход на Счастье, это уже где-то под Луганск. Вот то, что в ближайшее время мы будем в ближайшую неделю как минимум наблюдать. Ну, такі прямо дуже надійливі новини від вас. Але, знаєте, тут щодо Бахмут не можу не згадати. Ми вже кілька тижнів фактично говоримо про те, що це залишається найгарячішою точкою. Навіть в дописах вояків багато тривожної інформації звідти, чи то тривожної, чи то навпаки такої, знаєте, обнадійливої. Але чи сталися там зміни за останні дні? Ну, от безпосередньо ви сказали, що через погоду змін немає. А що стосується такого, знаєте, якогось бажання за будь-яку ціну росіян утримати Бахмут, чи там спостерігаються якісь зміни? В самому Бахмуті я маю на увазі бої за Бахмут. Ті росіяни, які несколько тижнів назад ушли справа на лівий берег, це ті, яких не можна було випускати, але, тим не менше, вони ушли під прикриттям гражданських, під прикриттям об'явленої евакуації гражданських ліц. Вони ушли справа на лівий берег, вони усилили Донецьку групіровку в основному. Часть на Луганск ушла, но в основном усилили Донецкую группировку. Вот мы их сейчас видим, то увеличение в два раза практически количеств атак российских войск, увеличение раза в два количества арты и боевого поражения именно артиллерийского. Это как раз результат того, что выпустили мы россиян с правого берега. Как это ни прискорбно, но тем не менее. То есть то, о чем говорили. А скільки вийшло росіян тоді з правого берега? Змогли вийти за оцінками? Около двох дивізій, около 20 тисяч чоловік. Тобто більше можна вважати, що корпус вийшов на лівий берег. Часть із них залишилась, в основному частично мобілізовані, залишились на лівому берегу, і їх якось ще підтягнули до Запорізького фронту. Але основна частина, іменно костяк штурмовиков, он ушел на Мариуполь, доукомплектовался и вышел на Донбасс, растянулся от Угледара до Сватова. То есть и некоторые еще тыл они прикрыли в районе Счастья, Старобельска. То есть части были немножко разорваны. Но тем не менее они укрепили Донецкий фронт, и именно то, что прогнозировали несколько недель назад, что нельзя выпускать эту группировку с правого берега, иначе она пойдет на Донбасс, так и произошло. Ну, это логика войны. Но тем не менее, имеем то, что имеем. То есть сейчас уже приходится с этими правобережными херсонцами встречаться, будем так их называть,
встречаться уже на Донбассе. Туда сейчас также подошли наши части с правого берега и резервы неиспользованные, неиспользованный боевой потенциал. Подошел в район Бахмута. Произошла ротация, и уже, можно сказать, свежие части сейчас наши украинские усиливают или ротируют, или усиливают наши части в районе Бахмута в том числе. Но там несколько горячих точек. Потушили мы горячую точку в районе Угледара, то есть в район Попутки успокоились россияне. Больше мне уже не хочется наступать в этом районе. Их довольно-таки неплохо арта причесала. Осталась горячая точка, это район Авдеевки. Им нужно отодвинуть фронт в районе Авдеевки, так как Авдеевка очень близко находится к Донецку. Очень хороший плацдарм для того, чтобы уничтожать части в Донецко-Макеевской, российской части в Донецко-Макеевской агломерации. Мы достаем из-под Авдеевки до Ясиноваты, и до Макеевки, и до практически весь Донец, до Мостина, и за Макеевку до Харциска. То есть, в принципе, именно из Авдеевки мы очень хорошо работаем по всей этой агломерации, потому россиянам нужно нас выбить из Авдеевки. Естественно, бои идут в этом районе. Сам по себе город, он укреплен, там очень мощная промзона. Очень сложно его взять в лоб, тем более там около 8 лет встраивалась система укреплений наша. Ну, я якраз пытаюсь... хотіла вас уточнити, це ж ті укріплення, які ще з 2014 року там готували? Так точно, именно эти укрепления, они пройти их не могут, обойти их не могут, сама Авдіївка их, во-первых, подпирает эти укрепления, потому они пытаются обойти Авдіївку с юга и с севера. Угу. С юга это Пески, пытаются обойти с юга по Пескам, и с севера также входят, пытаются отрезать, выйти на трассу Авдеевка-Константиновка, пытаются отрезать Авдеевку от трассы на Константиновку. Но это не окружение, то есть это максимум они где-то по азимуту 180 градусов обошли город, ну а остается еще практически за Авдеевкой несколько тысяч километров тыла, если считать Украину и Европу, потому там до окружения очень далеко, и вряд ли это произойдет, так как любой выход россиян с юга или севера Авдеевки тут же пресекаются фланговыми ударами наших войск по этим выходам. Они попадают, либо полностью уничтожаются, либо попадают в мини-котлы. То же самое происходит и в Бахмуте. То есть Бахмут, город, он раза в три больше Авдеевки. Там также хорошая промзона, еще и река Бахмутка пересекает восточную часть Бахмутки, тоже хороший укрепрайон. Потому сам по себе город в лоб они взять не могут, мы его обороняем. Там также линия обороны, это была в свое время вторая линия обороны, которая также еще с 2014 года отстраивалась, просто наши войска сейчас на ней находятся. В лоб они взять Бахмут не могут, потому также пытаются его обойти. С севера не получается, так как... Там сиверская группировка, она нависает, получается, с севера над Бахмутом, с северо-востока. И также любое движение россиян для того, чтобы окружить Бахмут, пресекается фланговыми ударами, потому они откатываются на юго-восток. А с юга, то, что они пытаются обойти Бахмут в сторону Часовьяра, та же самая картина, то есть и фланговыми ударами самого Бахмута, и из Дружковки Константиновки с направления также пресекаются эти движения. То есть вот они зависли в этом состоянии, по полуокружении того одного и другого города, и дальше, естественно, пройти не могут. Очень большие потери у россиян там сейчас. Выполняют они задачу, стараются ее выполнить. Несколько там, 5-7 до 10 атак в день. В основном пехота, даже не мотопехота, а пехота. С очень мощной поддержкой артиллерии. То есть нашим парням, конечно, в Бахмуте и в Авдеевке приходится очень тяжело. Контрбатарейка там довольно-таки скудная наша, так как соотношение стволов
чуть ли не 1 к 10. Я щойно хотіла вас спитати, я побачила сьогодні в Телеграмі, що співвідношення артилерії, ну, от там на Бахмуті 1 до 9, не на нашу користь. І хотіла уточнити, наскільки це правда, бо інформацію не бачила джерело цієї інформації. Ви зараз говорите про 1 до 10. Як таке взагалі може бути? І як можна при співвідношенні 1 до 10, ну, от мені як цивільні, поясніть, будь ласка, витримати те, що там відбувається? Я маю на увазі не здати позиції хоча б. Ну, у нас, во-первых, повторюсь, позиции, наверное, лучшие в смысле обороны, так как мы обороняем черту города. Любой город, если это большой населенный пункт с определенными строениями высотными, он сам по себе является линией обороны. То есть даже разбитые, полностью разбитые дома, они представляют собой, если это там 5-10-этажки, они даже в разбитом состоянии представляют собой очень хорошие оборонительные позиции. То есть любой город – это уже линия обороны, то есть черта города – линия обороны. Пройти ее практически невозможно, если наступаешь с поля. Россияне идут с поля. Мы их видим дальше, мы их уничтожаем и артой. В основном это минометы, 82-е, 120-е по пехоте в основном они работают. Но россияне идут именно пехотой, то есть мотопехоты практически не видно. Малыми группами по 10-30 человек, отделение, взвод. Но эти атаки идут постоянно, в течение дня бывает 7-8 до 10 атак. Соотношение стволов там действительно где-то 1 к 10, 1 к 7, 1 к 10, в зависимости от того, как наши ребята вызывают средства старшего командира на подмогу, когда подходит батарея на помощь, то есть тогда увеличивается, уменьшается соотношение, но в основном соотношение где-то 1 к 10. Дело в том, что россияне до сих пор имеют превосходство в количестве артиллерии на несколько сотен стволов, если считать по всему фронту. Почему мы постоянно просим наших партнеров, дайте нам хотя бы 200 стволов, хоть выйти до уровня, ну, на паритет с российским количеством стволов. Есть проблема по стволам. А именно в районе Бахмута россияне практически стянули всю артиллерию, которую могут снять с других участков фронта. И на некоторых участках фронта у нас есть паритет один к одному. То есть на Запорожском фронте, допустим, на Херсонском фронте, даже на Луганском. А вот именно здесь весь приоритет российских войск по артиллерии именно собран в районе Бахмута. Потому там, конечно, ребята, которые Бахмут держат, защищают, это герои, это вот полгода, ну не полгода, может быть, чуть меньше оборона Бахмута идет. Это примерно как ДАП в свое время в 2014 году, как ДАП под Донецком, это аэропорт. То есть примерно в таких же самых условиях. Ну, держимся, идет ротация, то есть происходят ротационные моменты, заходят свежие силы. Сейчас идет уже усиление, то есть те, еще раз повторюсь, свежие части и те резервы, которые не были использованы на Херсонском фронте, сейчас подтягиваются к Донецку, и также это логика войны, то есть усиление идет с нашей стороны, и мы Бахмут, конечно, не сдадим, но постараемся удержать российские войска на этой линии, на которой и держим, но в это время будем работать по другим фронтам, там, где у нас есть или паритет, или превосходство. Это Луганский и Запорожский фронта. Угу. Пане Романе, а чому Бахмут? Чому росіяни зосереджили там максимальні зусилля і військові, я маю на увазі техніку, і живу силу? Бахмут – это ключ, от как Мелітополь – ключ к Криму, входу в Крим. Нельзя войти в Крим, не взяв Мелітополь, і нельзя його не обойти, то есть есть определенные моменты, связанные с географическим расположением. Так вот, нельзя взять Донецкую область, не взяв Бахмут. То есть надо для того, чтобы дальше идти, допустим, освобождать с их точки зрения, с российской, от украинских войск Донецкую область, им надо потом идти на Славянск, на Краматорск, на Часовьяр, там на Дружковку, на Константиновку, чуть южнее. Но у них получается Бахмут как кость стоит, и вот его не обойти, и то есть они ничего не могут сделать, им так только нужно его брать. Потому либо им надо отказаться от взятия Донецкой области полностью, и тогда они отойдут от Бахмута. Но так как такой команды никто не дал, а еще и больше
дали конкретно задачу даже эти войска использовать, вывести с правого берега на левый и бросить их именно для освобождения с точки зрения россиян Донецкой области, потому они все практически в районе Бахмута и топчутся. Но еще за Бахмутом проходит водовод. Единственный, можно сказать, что единственный источник воды для того, чтобы питать Донбасс весь, это водовод, который берет воду в районе Райградка, это Славянск, это Северский Донец, речка Северский Донец, Донец, Восток Славянска, городок, Райградок, так и называется, оттуда идет вода, несколько станций водоподъема, так вот этот водовод проходит за Бахмутом, между Бахмутом и Славянском, в районе Часовьяра. Почему они стремятся, кстати, с юга на Часовьяр. И дальше он идет, этот водовод поднимается с Часовьяра в Горловку и дальше в Донецк, на Верхнекалинское водохранилище, наполняет это водохранилище, а уже с него растекается вода по всему Донбассу. Это практически, можно сказать, верхняя точка Донбасса в районе Донецка. И вот после этого водохранилища вода идет вплоть до Мариуполя, то есть растекается по всему Донбассу. Только вот оно сухое уже полгода, еще с весны. Потому им, если они не возьмут этот водовод, им в Донецке и в Донбассе делать нечего. Без воды там жить невозможно. То есть это даже не Крым. Донбасс, он еще суше, по некоторым позициям, а тем более сейчас, после того, как все-таки потепление очень сильно ударило, на Донбассе даже высохли колодцы, в некоторых селах полностью высохли колодцы, то есть вода ушла. Вот, потому им нужен этот водовод, потому они и бьются в Бахмут. Ключ к к неоккупированной части Донбасса. Пане Романе, ми тут напередодні говорили, те, що да, ви говорите, я згадую, що завжди літо на Донбасі, на моїй Луганщині було більш спекотне, більш сухе, це такі сухі вітри, це завжди зовсім інше літо, ніж, скажімо, в Києві, тим більше на Західній Україні. А якщо ми говоримо, просто днями говорили про те, що росіяни нібито відмовилися від концепції цих батальйонно-тактичних груп, і що це була їхня військова концепція багато десятиліть. А з чим пов'язана така відмова і на користь чого вони відмовилися від цих батальйонно-тактичних груп, як це впливає на фронті, на ситуацію? Батальйонно-тактична група – це на базі, допустим, батальйона 500 чоловік. Кожному батальйону було придано определенное количество танков, артиллерии, то есть то, что в принципе должно быть в распоряжении так называемого старшего командира. И они разорвали на каждый батальон, разорвали большое количество арты, допустим. Арта должна быть в количестве дивизиона придана, допустим, полку. А батальонно-тактические группы разорвали этот дивизион, каждый себе по батарее, и плотность огня, которую может одна батарея принести, намного меньше, чем может, допустим, по заявке выдать дивизион, то есть несколько батарей одномоментно. Потому уменьшили из-за того, что было вот это разрыв по батальонно-тактическим группам, они уменьшили или полностью нивелировали свое превосходство в артиллерии как таковой и в танковых группах в том числе. То есть каждый, допустим, батальон мог иметь там роту танков, там до 10 танков, и это считалось батальонно-тактическая группа. Но выполняли задачу они довольно-таки неуспешно, потому что и танки могут использоваться в чуть другом амплуа, и, естественно, на арта. Так же самое. Потому они дошли до того, что их, то есть уже дошли их не командиры, а аналитические центры приняли решение, кстати, правильное, они ушли от батальонно-тактических групп и возвращаются обратно к полковым дивизионным уровням управления. То есть тогда, когда уже батареи скапливаются в дивизионы, и там дальше уже вопросы решаются и, допустим, танки в батальоны, не в роты, а в батальоны. Mm-hmm. То есть это произошло укрупнение. И в этом смысле, особенно в режиме обороны, это намного выгоднее выполнять такие действия, именно когда укрупняются все подразделения. А вот в наступлении выгоднее, конечно, действовать в районе, но в наступлении лучше, конечно, действовать батальонно-тактическими группами.
Пане Романе, давайте ще згадаємо про заяву сьогоднішнього Шойгу. Там колегія Міноборони була РФ, і він сказав, що буде збільшуватися оборонне замовлення у 1,5 рази. А наскільки це взагалі може бути реальністю чи блефом, і що там теж якесь випереджувальне забезпечення потрібно, потрібно забезпечити? Та? Тут же ж про те, що у них там навіть цей Мардашов, який власник «Сіверсталі», казав, що вони 400 мільйонів втратили через санкції. Наскільки отака заява про збільшення оборонного замовлення у держави, в тому числі, може втілитися в реаліях російських? Чи є у них така база, знаєте, високотехнологічна для збільшення виробництва? На що зараз здатний військово-промисловий комплекс Росії? У них база осталась вся, которая у них была последние 8 лет. Мы, подписав Минск-1, Минск-2 в свое время, дали возможность россиянам восстановиться, восстановить свою базу, и они начали производить новое оборудование. То есть те же кинжалы мы увидели, это все, что происходило уже после Минска-2. Несколько типов ракет, то есть они, в принципе, у них есть определенная база, которую они использовали, накапливали все это время те средства поражения, которые мы у себя видим. И, в принципе, у них она осталась. Но у них нет элементной базы, у них нет производства элементной базы для выполнения высокоточных, допустим, ракет, для введения определенных, допустим, самолетов, модернизации самолетного парка. То есть осталась вся база прошлого тысячелетия, будем так говорить. После того, как введены санкции в начале года, и сейчас они только увеличиваются. Некоторые, правда, пытаются их уменьшить, снять или за какие-то зерновые сделки нивелировать, но, тем не менее, санкции имеют свое влияние, и российская оборонная промышленность, можно сказать, она сейчас на уровне, допустим, прошлого тысячелетия. Они, может быть, не могут сделать что-то новое, из того, даже из тех разработок, которые они произвели уже последние несколько лет, но они могут восстанавливать все те виды и определенное вооружение, которое у них есть на хранении. Они их поднимают, восстанавливают, если для понимания публики, апгрейдят до определенного уровня, то есть есть определенные, допустим, танки обвешивают активной броней, поднимают до определенного уровня дальность обнаружения, допустим, определенные вещи, связанные с инфракрасными датчиками, ну, то есть апгрейдят всю технику, которую только более-менее могут поднять и поставить на колеса. И, в принципе, они ее могут не производить, восстанавливать и апгрейдить. Потому эту технику мы уже видим на поле боя. Некоторые танки с прошлого тысячелетия, но, тем не менее, с более-менее толковыми прицелами или с той же активной броней. То есть в таком режиме они могут работать, и именно на это ставится сейчас задача российской оборонной промышленности с увеличением бюджета, естественно, для того, чтобы ближе к весне те несколько волн мобилизации, это примерно, война — это математика, можно посчитать, и они прекрасно это считают, то есть где-то к весне они готовятся еще две волны мобилизации, по крайней мере, посадить на, то есть на технику, чтобы это было не так, как сейчас пехотные стрелковые подразделения, хотя бы мотопехотные, мотострелковые подразделения, можно было бы их использовать уже в нашей войне. То есть на весну они готовят где-то до 500 000 мотострелковых подразделений. И на базе 1-й танковой армии, то, что мы сейчас видим, допустим, в той же Беларуси, ну и по всей практически России. То есть вот к весне у нас может быть реальные проблемы, потому до весны надо успеть выйти на границы 91-го года, вступить в НАТО и прикрыться зонтиком натовским. Иначе нам потом придется с весны и дальше придется воевать долго.
Ну, те, що ви кажете, що нам доведеться, це ж не тільки від нас залежить. Ну, вступити в НАТО так точно, та вийти на кордони, ми теж розуміємо, що без допомоги тієї, без тієї зброї, яка нам необхідна, на одній мужності наших захисників навряд чи це вдасться. А давайте тоді одразу поговоримо і про результати саміту в Бухаресті. А в принципі, там не все, та не все озвучено, не все виноситься у публічну площину. З того, що знаємо, 155-мм снаряди, здається, бронемашини, знов таки, і нібито йде якась детальна розмова, предметна, точніше, розмова про Петріоти. А наразі вже тоді, якщо той сценарій, про який ви говорите, тут вже не стільки про Петріоти, про протиповітряну оборону, скільки про наступальну зброю. Але історія з Абрамсами, вона така, що, мовляв, поставити Абрамси, як кажуть у Штатах, це не вирішить ситуації, тому що, по-перше, вони важкі, їх нема чим транспортувати, по-друге, це запчастини і все-все-все. І тому ми, мовляв, шукаємо таку зброю, яку би можна було одразу plug and play, та поставив, вона поїхала і воювати. А що з такою конкретною зброєю зараз є серед країн-членів НАТО для того, щоб вони могли нам її дати швидко і щоб її ефективно могли застосувати на фронті? Есть вещи, которые, может быть, действительно пресекают наши заявки, могут пресечь наши заявки или выполнить наши не требования, а наши видения развития событий. То есть вот действительно Абрамсы – хороший танк, тяжелый, 60 тонн. Вот, допустим, Т-72 40 тонн. По нашему грунту еще тот Абрамс может не совсем и пойти. То есть он хорошо может идет по сухой пустыне, по какой-то подстилающей поверхности. Но если этот танк зароется в донецкий чернозем, уже вытащить его будет очень сложно. Потому к нему уже надо будет тягачи. То есть это целый танк. Это не то, что мы видим на картинке. Танк – это целый поезд. За ним постоянно идут ремонтные мастерские, топливозаправщики, тягачи. То есть это целый комплекс мероприятий и техники. Один танк тянет за собой. Потому если ставить, мы перед собой ставим задачу выйти до границ 91 года, нам, если вместо Абрамса, допустим, если бы передали те же Атакамсы ракеты, то, может быть, и Абрамсов не надо было. Все взялось только от количества. То есть если бы мы могли работать атакамсами по глубинам и нашей оккупированной территории, и России, в том числе перебивая транспортные цепочки, логистику и цепочки поставки, управления и всей поставки амуниции. То есть, и, может быть, и Абрамсов не надо было. Так вот, есть такое так называемое паритетное оружие. То есть мы просим атакамсы, мы просим, допустим, те же томагавки. Может быть, не надо нам ставить патриоты. Это долго. И это обучение, то есть это несколько месяцев. Это не то, что нам сегодня дали, допустим, уже аспид. И мы завтра, послезавтра уже начинаем им работать. Или кроталь, или даже уже аэристы и насамсы. То есть мы уже можем ими работать сразу. А вот Патриот, если даже нам сегодня его передадут, у нас около 2-3 месяцев это разворачивать, мы только его будем еще учиться и разворачивать. Это если мы будем Патриот там работать. Так вот, для того, чтобы выполнить задачу по закрытию нашего неба, нам, если передадут, допустим, томагавки, ракеты, то мы можем просто уничтожать носители ракет или те же корабли, как носители ракет тех же калибров, в Черном море. То есть мы решим эту задачу по закрытию нашего неба просто другим паритетным оружием. Так вот, по таким позициям есть очень много номенклатуры, которую мы также заказываем. То есть не даете Абрамсов, понимаем, дайте атакамцы. Не даете Патриотов, дайте томагавки. То есть и таких вот паритетов очень много. Идет сейчас работа над такого рода предложениями. Она закрытая, вы правильно сказали, не все показывается, не все рассказывается, но именно идет движение вот в таком направлении. Конечно, самый оптимальный вариант закончить на войну с Россией — это просто попросить у американцев хороших 3-4 ракеты, которые достанут до бункера Путина и его отминусуют.
это я в качестве шутки, но тем не менее направление вот примерно вот такого же плана. То есть мы также мыслим нелинейно, естественно, такие нелинейные, асимметричные иногда запросы. Потому, думаю, нам их все-таки, особенно после крайних совещаний натовских, нам пойдут навстречу. Угу. Пане Романе, ви згадали про враження цілей в тилу, і я не можу не згадати, що бачила інформацію на Defense, здається, про те, що стратегічні бомбардувальники на авіабазах Енгельс і Дягилєва зараз зосереджують росіяни. У нас є фото з ресурсу, та ось авіабаза Саратов називається. І там говорять про те, звертають увагу на те, що одна відстань до одного кілометру з Шайковка – це 220 кілометрів від кордону з Україною, а Енгельс 600 кілометрів. Ну, ясно, що 600, там ми поки не маємо такої зброї, знов-таки, хотілося б думати, що поки, та? Але 220 кілометрів – це ж така спокуслива, та? Фактично, ціль, куди ми можемо сягнути. Росіяни ж не можуть цього не знати, чому раптом там вони свої винищувачі почали розташовувати. Ну, Шайковки давно стояли, тут 22 М3. Там, кстати, по-моему, месяц назад что-то прилетало, два Ту-22-х сгорело. Угу. Трое. Да, с Дягилева перебрасывают тушки в сторону и Энгельса ближе, и в сторону Шайковки. Идет определенная ротация. Но она направлена, скорее всего, и связана с определенными ротационными моментами в самой России. То есть они подтягивают, может быть, ближе к границе или растягивают, исходя из каких-то своих соображений, эти самолеты по разным аэродромам. Я как раз об этом и говорю. То есть Томагавк достанет и до Дягилева, и до Шайковки, и до Энгельса. Потому вот такая асимметричный удар, то есть нанесение ударов по носителям в местах их базирования, это самый оптимальный вариант для того, чтобы закрыть наше небо. Если мы Ту-22, Ту-95, Ту-160 повредим или, если получится, уничтожим, то просто нечего будет Х-101 отправлять и Х-555. Там осталось несколько носителей в Черном море кораблей, которые могут работать теми же калибрами. Также, если их потушить, потопить, а мы можем это уже делать, Москва до сих пор приветы над Черного моря передает оставшемуся Черноморскому флоту. Потому мы можем и это делать. И нет, кто будет уже отправлять те же калибры. Потому я уже не говорю о том, что до белорусских точек пуска, до пусковых установок «Искандеров» в Беларуси мы также можем достать. То есть вот такого рода действия, они намного эффективнее, чем, допустим, разворачивание противовоздушной системы, понимая, что ни одна противовоздушная система 95% даже не закрывает. 85-90% самое навороченное ПВО может прикрыть небо. Но никто не идет из стран мира, которые прикрывают свое небо, не идет по 100% закрытию неба системы зенитно-ракетных комплексов. Наносятся удары по точкам пуска, по точкам принятия решений, по заводам, которые выпускают, допустим, те же ракеты или те же самолеты. То есть идет комплексный подход, комплексное решение этого вопроса. Именно эту тему мы уже поднимаем, месяца три, наверное, как минимум, с лета, с августа. Надання томагавків або зброї подібної, яка могла би швидко, да, скажімо, змінити хід війни, це політичне рішення, якого немає? Да, я думаю, это политическое решение, то есть они не знают, мир не знает, что делать с разваливающейся Россией. Она разваливается, развалится независимо от того, как понесут потери, какие потери и какое понесет поражение российской армии. Либо она будет полностью разбита в Украине, либо она уйдет с Украины сама, как она ушла с правого берега, из-под Киева, из Изюма, из Лимана, из острова Змеиный, из правого берега Херсона. Вот они могут уходить, они знают, как уходить. То есть для них это
нормальное состояние. То есть либо она будет уничтожена, либо она уйдет. Россия все равно будет разваливаться, так как эти процессы уже запущены, их остановить практически невозможно. Естественно, никто их ускорять, их, понятно, весь мир их отслеживает, понимает, просчитывает. Просто ускорять боятся, так как боятся, вернее, даже не то, что боятся, не готовы еще к решению, вернее, к миру без единой России, будем так говорить. И вот когда они к этому уже привыкнут, когда до них дойдет, что другого варианта просто нет, просчитают тогда аналитические центры каждой страны, которая принимает решения в этом мире, просчитают определенные варианты, они их согласуют между собой и потом уже будут этот весь колосс опускать аккуратно, чтобы не разлетелись осколки по всему миру. То есть, скорее всего, будет такое решение. Ну а мы здесь пока в качестве заложников этого нерешения, по крайней мере, этой проблемы. А страх того, умовний страх, що Росія розпадеться, пов'язаний з ядерною зброєю, чи в принципі це, що це буде хаос на величезній території землі? Ну, дело в том, что уже была такая боязнь 30 лет назад, когда развалился Советский Союз, все боялись этой развала ядерных арсеналов, неконтроля, ну и связанных с этим всем неприятностей. Они также весь мир просчитывал невозможность управления этими процессами. Есть возможность управления. При этом, при том, как Россия будет разваливаться во время развала России, все-таки армия, любая армия, какая бы ни была, тем более некоторые структуры даже той же российской армии, особенно это 12-е управление, которое занимается вопросами ядерного хранения, это те структуры, с которыми будут проводиться разведками мира определенные, войдут в определенные отношения, и процесс развала России не будет усугублен процессом распада вот этого, допустим, того же 12-го управления или частей российской армии. Эти вопросы решаются среди военных, между военными. Это не политические вопросы, их будут решать именно военные. Это будет, допустим, решать наша разведка с той же 12-м управлением, будет или там, допустим, та же МИ-6 или ЦРУ будет решать эти вопросы с военными, которые контролируют эти процессы в российской армии. Потому офицеры, они даже в армии противника все-таки офицеры, а тем более те, которые занимаются такого рода оружием массового поражения. Потому эти процессы управляют, их просто надо запускать и не бояться их выполнять. Мы это, еще раз скажу, проходили в 91-м году, несколько лет даже свое ядерное оружие давали через несколько лет после того, как развалился Союз. И это все, ни одна боеголовка никуда не ушла. Это было все под контролем, и как раз под контролем довольно-таки ответственных офицеров, которым все равно политическое устройство. Это политики приходят, уходят, они как ветер, вернее, как листья на ветру. То есть их ветер сдул, их нет, и никто не помнит, какой он был. А военные и офицеры, которые приходят на службу, они служат всю жизнь, они понимают, кому дают присягу, они понимают меру ответственности перед человечеством, особенно офицеры, которые занимаются ядерным оружием, понимают меру ответственности и перед человечеством, перед своими семьями, которые также являются частью человечества. Потому это не совсем, вернее, не так страшен черт, как его малюют. Причем малюют его политики, которые совсем не разбираются в системе управления такого уровня. Пане Романе, враховуючи ваші попередні прогнози, що до весни нам потрібно виходити на кордони 91-го року, тому що навесні буде підкріплення півмільйона російської армії, та, ну і, власне, це може затягнутися надовго. І враховуючи останні заяви того самого Блінкіна на саміті, Столтенберга, та, і бачимо, що європейські політики активізувалися, є таке розуміння на Заході, як думаєте, що цю війну потрібно закінчувати до весни 2023-го. Бо був якийсь період, та, коли говорили, що, можливо, не на часі контрнаступ, можливо, там трошечки почекати. Щоправда, потім всі ті ж генерали, вони змінили свою думку і вже почали говорити про контрнаступ. І отут якось я намагаюся докупи скласти з одного боку заяви цих
політики, вони політики, вони не військові, а з іншого боку є їхню готовність допомагати військово нам. А вони складаються, бо я чомусь не можу їх скласти. Ну, это большая дилемма, когда государством руководят политики, а армиям приходится отдуваться за бестолковость этих политиков. Но самая интересная политика выбирает народ. И получается, народу приходится самому за свои же решения и отвечать, а некоторым еще и гибнуть. Здесь есть эта дилемма, есть эта проблема, но сейчас я вижу уже понимание среди военных структур мира, то есть среди Пентагона и военных Европы, стран НАТО как минимум, есть понимание о том, что затягивать войну уже нельзя. То есть мы видим сейчас, а вот уже понимание военных, оно уже, наверное, передается и даже там, в Европе, и в странах НАТО, и политикам в том числе. Именно это понимание передается. И мы сейчас видим и, с одной стороны, увеличение номенклатуры, она действительно идет, увеличение определенной номенклатуры, даже той, которая подсвечивается в прессе, и это уже достаточно. Идет определенное увеличение поставок, количество поставок вооружения. Уже подключилась Европа, очень мощно подключилась Европа к поставкам вооружения. То есть до, как минимум, европейских военных и политиков это уже дошло, то, что мы с вами сейчас говорили, что до весны войну надо заканчивать с Россией, кончать с российской армией на территории Украины и дальше принимать Украину в НАТО. А вот именно то, что Украину уже готовы в НАТО принимать после заканчивания конфликта, это даже Столтенберг четко сказал, Украину в НАТО примут после завершения конфликта. Это не просто так, такого рода заявления делаются. То есть это примерно как определенная дорожная карта и с определенной целью. Я думаю, как раз на вот этого, на вчера он, по-моему, закончился или идет саммит НАТО, то есть на нем... Сегодня останет день. Да, да, и эти вопросы уже решены и уже даже озвучены. То есть тот, кто может слушать, тот услышал именно такого рода четкие посылы. Победа Украины, поражение российской армии, выход на границы 91-го года и Украина в НАТО. Это самый лучший алгоритм для того, чтобы закончить эту войну весной следующего года. Пане Романе, я вам дуже дякую за чітку аналітику, за пояснення складних речей простими словами, за чесність і за щирість. Дякую вам, що долучилися, і дякую Київенерго, Укренерго, що у нас не вимкнулося світло, ми мали змогу з вами поспілкуватися. Але перш за все, звісно, що дякуємо нашим захисникам, які дозволяють нам тут в тилу ось такі розмови проводити і намагатися детальніше пояснити ситуацію всім іншим. Друзі, з вас обов'язково лайки, коментарі, поширення цієї трансляції, щоб якомога більша кількість людей подивилися цікаву аналітику від пана Романа. Роман Цвітан, військовий експерт, полковник запасу. Дякую вам дуже. Дякую вам, да, на все добре. Друзі, дякую вам. Зустрінемося, як завжди, в ефірі 24-го на YouTube-каналі 24-го. Все буде Україна. Тримаємося.